сотни жатвы, то повстречался мне родственник, искупитель, да, обещанье на гумне, сказав мне: ты не страшись, не успокоюсь я, пока к себе не возвращу тебя. Дело доведу я сам, до конца ты драгоценна мне, моя невеста добродетельная. Я возлег у ног Христа, и Он покрыл меня. Открыл все тайны мне, в слове вижу я себя. Знаю теперь, кем я являюсь, и права все заявляю. Цену всю Он заплатил, чтоб я полноценно жил. Сказав мне: ты не страшись, не успокоюсь я, пока к тебе не возвращу тебя. Дело доведу я сам, до конца ты драгоценна мне, моя невеста добродетельная. Когда я вижу всю любовь, что мне во Христе явилась, встаю я на колени вновь, благодаря Его за милость. Господь мой, Иегова Рафа, Иегова Иреон, в слове Его покоюсь я, ведь Он более чем силен. Сказал мне: ты не страшись, не успокоюсь я, пока к себе не возвращу тебя. Дело доведу я сам, моя невеста добродетельная. Заботы все Ему веряю я, Он мое за Он, чтоб взять своих домой. Заботы все Ему веряю я, Он мое утешение.
он взять моих домой. Заботы все, ему веряю я, веряю я, он мое утешение. Утешите, не больше любви, что за история любви, чем Божий план искупления. Искупления, о, полный возврат, восстановление, явилось в облаке знамение. Искупитель мой жив, он не умер, вернулся он, чтоб взять своих домой. Полный возврат, восстановление, явилось в облаке знамение. Над землей искупитель мой жив. Искупитель мой жив, он не мил, вернулся он, чтоб взять своих домой.